Задание с медболом на силу. Задание 1. Восхождение. Мячик у нас шатается немножко, включается мышца стабилизации. Задание для мышц плечевого пояса. Восхождение. Я стою на мячике. Исходное положение, планка на ладони. Я сошел, зашел. Обязательно дыхание. Задание 1. Задание 2. Это заскок, соскок. Исходное положение. Мы также находимся на мячике. Либо это футбольный мяч, баскетбольный, волейбольный, на них чуть посложнее. Либо это возвышенность. Я стою на мячике, сгибаю локтевые суставы, касаюсь клеточкой мяча и выполняю тот же заскок. Следующее задание – это боковые смещения, исходное положение. Ладонь стоит на мяче, ладонь стоит на полу при выполнении сгибания локтевого сустава. Я смещаюсь от себя мяча, делаю выдох. И следующее задание – это сгибание локтевых суставов, отжимание узких ватов и касание клетки мяча. Стою на мячике. Что такое отжимание? Отжимание – это сгибание локтевых суставов до касания клетки пола. Выполняется безостановочно. То есть, если мы не коснулись, отжимание не считается лишним. Спешить не нужно. Должна быть небольшая легкая фиксация двух положений. Достал, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Это отжимание, сгибание локтевых суставов. Если мы ошибки какие? Если мы таз поднимаем высоко, ошибка. Если мы живот опускаем вниз, ошибка. Должна быть одна линия от пятки до плеча. Если я остановился, то, соответственно, отжимание уже выполнено, оно заканчивается. Все, закончено.